Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Романова Светлана, и вы находитесь на моем канале «Твори добро». Сегодня я хочу презентовать вам вот такие очаровательные варежки. Сделаны они из чистой шерсти, ниточка двух разных цветов, серенькая и бежевая для придания рябого окраса. Сами варежки шерстяные, глазки и клювик я сделала из акриловых нитей. Глазки должны быть рыжими. Практически у всех сов рыжие глаза. Сделала блики специально, чтобы, как видите, взгляд такой более выразительный получается. Совушки у нас ушастые, вот с такими кисточками. Начинала я с резиночки. Резиночка столбиками без накида. Здесь я использовала узор чешуйки, но я его изменила ввиду того, что варежки у нас зимние и теплые, и они не должны продуваться. У узора чешуек под чешуйками дырочки. Нам они не нужны, поэтому я сделала так, чтобы у нас никаких там дырочек не было. У нас там все очень плотненько, и чешуйки образуют как бы второй слой, который будет защищать нас. Нашу ручку, и ветер точно продувать ее не будет. Но чешуйки, так как они объемный узор, я их использовала только с тыльной стороны. С этой стороны я оставила просто столбики без накида. Он получается хоть и плотный, но удобно будет там сумочку в руках держать или еще что-то, да, то есть сгибать руку ничего не будет мешать. Мысочки я заканчивала двумя разными способами, и я вам покажу. Здесь у нас побольше петель, как закончить такой уголок красивый сделать, и как сделать здесь немножко другим способом. Вы уже научитесь и так, и так. Страшного здесь ничего нету. Вот такие варежки у меня получились. Мне очень нравится, ввиду того, что в них точно зимой, в наши северные морозы, точно не будет холодно. Я сделала для вас мастер-класс. Мастер-класс очень подробный, очень хотелось, чтобы и новички смогли такое для себя сделать и связать. Поэтому я буду делать для вас маленькие уроки кусочками, чтобы вы успевали все и запомнить. Возможно, вы будете даже записывать, потому что на самом деле варежки очень оригинальные. Уж точно будете знать, что ни у кого таких нету. Ну вот, рассказала вам такую основную информацию об этих варежках. Если они вам понравились, оставайтесь на моем канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Я буду выкладывать друг за другом эти уроки. Вяжите варежки. Я думаю, вам тоже это доставит большое удовольствие. А на этом я заканчиваю. Всего доброго! До новых встреч!